близится зима, конечно, это самое. Потребности вот ел одеть не могу никак. Гуманитарная помощь, которая, короче говоря, никакой. Верхняя одежда, тут обуть проблема. Она инвалид после инсульта. И вот это психологически, конечно, тяжело хочется домой. Коляска нам досталась, в общем-то, с мусорника. Спасибо, вот местные слесаря вот, довели ее. Она была разбита на основании. Мы из Макеевки, Донецкой области. Приезжали очень тяжело. Волонтеры нам помогали. Только волонтерская помощь была. Тяжело очень. На перекладных через Харьков мы ехали сюда. Но дело в том, что у нее инвалидности не было. Она уже была пенсионерка, когда у нее случился инсульт. Инвалидность меня оформляли, потому что мороки много. И никто ж не знал, что придется так уезжать. Ну, пенсии мы не получали, только здесь нам удалось оформить пенсию, перевести сюда вот недавно. Ей я уже смогла получить, а себе еще вот обещаю только перевести. Как только, если бы там прекратилось вот это вот все обстрелы и была возможность хоть как-то жить там. Во-первых, я звонила знакомой своей, она живет, правда, не в нашем поселке, а в районе немножко подальше. Она говорит, во-первых, пенсии не платят. Макеевка, Донецк, пенсии не платят, зарплат не платят людям. Отопление, вот зимний сезон движется, отопления, говорят, не будет, вот центральное отопление. Спрашивается, как с инвалидом выжить, даже если мы чудом обратно туда поедем. Хотелось бы очень вернуться, потому что жить без дома и морально тяжело. И вот на старости лет бросаешь все, практически все бросили, что нажили за это время. Ну пусть она квартира не фешенебельная, не в шикарном доме, недорогая, но это была наша жизнь, наша, которая нам осталась от покойного мужа, от сына осталась. Это был наш родной. Все оставили, вещи свои оставили, бросили, все бросили. С подвала вылезли, сели в машину, уехали. С кем вы приехали? С детьми. А что у вас? Двумя. А? Трое, да? Да. Сколько им? Ну, 2, 7 и 14 будет мальчика набежал. Ну, я детские социальные выплаты получала и алименты от мужа. А здесь? Ничего. Вообще ничего. Ну, так пытаетесь что-то добиться? Я писала заявление в Совбесе, а вот уже месяц будет, на следующей неделе будет ровно месяц, как я звонила туда, они сказали, ждите, когда-то будут. Вы так, я не знаю, так, не скажу оптимистично, вы улыбаетесь. Ну, а что плакать? Я наплакалась, когда в подвале сидела, когда боялась. Что ж плакать все время? Хватит, да я просто устала. Не детям, если я буду плакать, дети, они тоже будут все время только плакать. Кто? Скучаешь? Вот за кем скучаешь? Что там? За друзьями. Где они? Они в Макеевке. Кто остался? В школе там мои одноклассники остались, моя подружка там осталась, она тоже во 3-м классе. А как в Макеевке, когда ты уезжал? Стреляли там. Я в последний раз видел папу своего. Он же там в Макеевке. Остался? Он же мне еще дает деньги. Редко, когда приезжаю. Сказать, у меня старший в техникуме железнодорожном, и вроде сказали, что если 1 октября не приедет, то его как исключат. В Макеевке? Да, ну, он Ясиноватый. Да. И вот я раз переживалась, и теперь не знаю, что делать. Хотя сказали, что есть такой закон ввели, что если АТО находится в зоне АТО, то никаких увольнений, никаких отчислений, это как наказуемо. Что больше всего вам сейчас нужно? Вот, какие есть еще потребности, возможно, что у вас? Деньги. Не, ну на самом деле вы получаете что-то? Ну, я переоформилась, вот, думаю, что получить, вот, но мне надо детские переоформить, а это я не знаю где, вот никак сюда не приезжают, сказать, кормят здесь, все, единственное, вот и лекарства давали, но сейчас немножко просто видно, денежки заканчиваются у всех, и это самое, что и с лекарствами немножко тяжело, поэтому надо переоформить и иметь свою деньги. До этого у нас был детский языковой лагерь, называется «Берег». То есть к нам приезжали детки с Украины, ну, с Украины, с России приезжали, также к нам приезжали волонтеры, это носители языка. Ну вот и они в игровой форме преподавали деткам английский язык, Как бы здесь вот происходило изучение английского языка. То есть мы как 3 месяца. Да, 3 месяца в году мы работаем, июнь, июль, август. Сильно стреляли? Да. Вы в подвале жили? Где жили? В подвале. Ты куда? Мама говорит, когда домой? Когда? Когда стреляют, не ночью. Перестанут? Ну, это ДЦП, ребенок на коляске. У нас ребенок с эпилепсией. Препараты нам выписали. У нас есть пока на этот месяц. А далеко к докторам ехать? Мы в Одессе были. Тут нет нашего профиля докторов. Вам для этого нужно все-таки ездить? Да. По местности тут ничего. Тут амбулатория, тут нету невропатологов вообще. А долго здесь? Вы не знаете? Как у нас все будет тихо, мы сразу уедем. Ну, на данный момент 260 человек находится, половина из которых дети. Сейчас период холодный, все болеют, практически все. Ну, а лекарств не хватает. Я тоже беженка. Вы откуда? С Горловки. И вы теперь здесь работаете? Я теперь здесь работаю. Теперь мы здесь, у меня муж инвалид. Как? Я не доктор, я вообще медсестра. Ну, на данный момент меня беспокоят дети, в основном дети. Хотя взрослые тоже нуждаются в специальных препаратах, скажем так. Ну, а как обеспечить, я не знаю. Волонтеры нам помогают, но этого недостаточно. Наши переселенцы, смотрите, у нас практически каждый четвертый, каждый пятый человек вот, на сегодняшний день работает. То есть если у человека есть специальность определенная, человек нуждается в какой-либо заработной плате, в каких-то средствах существования, то таким вот образом мы нашли работу у нас же. У нас очень много людей работает. У нас работают и сантехники, и электрики, и плотники, и санитарки, и кухонные, повара. То есть у меня даже в администрации работают девочки. То есть у нас очень много людей, которые работают, которые зарабатывают деньги. Получается, из семей тех, кто приехал? Конечно, конечно, да. Вот эти вот люди, которые приехали, то есть у нас есть семьи, там 5 человек и 7 человек, ну, в семье. И кто-то в любом случае у нас работает, и они зарабатывают деньги. Вот я с дочкой. А кто у вас вот в этой комнате живет? Мы вдвоем с дочкой живем. А, у нас есть место, да? Да. Вещи нам возят, вещи, моющие средства, этого у нас как-то так, ну, перебиваемся, хватает. У меня просто ко всем просьба, я вот так вот хочу, я нахожусь рядом с Одессой, мне ребенку 14 лет, мне 14 лет посылают в Одессу проверить зрение, у него очень плохое зрение. Тут такая возможность поехать в Одессу, и я не знаю, как мне это сделать. Понимаете? Поехать в институт Елатова. Кто мне поможет поехать в этот институт? Дело в том, что приехать на автобусе вот как раз, да, мы приедем к обеду. А там надо с утра занять очередь и, понимаете, как мы и приедем к обеду, пока займем очередь, там уже конец рабочего дня. У вас за эти все годы возможности в Одессу ну так просто не было? Не было у меня возможности выехать в Одессу. Тут такая у меня возможность, я вот всех прошу, никто не может мне помочь. Осень приходит, нам надо лечение, нам нужно лекарство, кортексин стоит 500 гривен, у меня денег нету, я не могу себе позволить его, нету, мне не за что его купить, а нам уже надо лечиться. Ну, у вас 2 инвалида, но 1 лежачий. По крайней мере, до сих пор врача мы не дождались, невропатолога всех. Уезжали вначале, когда только начали все эти события, 15 июля в этот самый Приморск. И мы оттуда уже вначале в Харьков уезжали. Спасибо, знакомые люди, потому что мы еще не могли это самое. Потом дочечка поехала забирать инвалидов наших. Спасибо тоже волонтерам, помогли. И скорой довезли до Харькова. И в Харькове положили в больницу. А здесь, вот видите, приехали и не в больницу, не можем определиться ничего. Ну, человек, во-первых, эпилепсия, во-вторых, черепно-мозговая травма. У него практически отмирание коры головного мозга. И и не движется, и не... ну ничего абсолютно. Слушайте, с такими травмами нужны какие-то специальные лекарства, какие-то специальные... Вот специальные лекарства тоже не можем даже рецепт взять, потому что без... Вот у него четвертый день приступа, один за другим. Он нос, вы видите, какой сломанный. Позавчера еле отходили. Самое лекарство, фенлепсин, карбамазепин, без этих лекарств вообще... но их без рецепта даже купить нельзя. И рецепт не можем добиться, потому что... Вот это... Ну, потому что обещали, что невропатолог приедет, пока не было. Ну, просто мы не смогли в Харькове найти квартиру, очень сложно. Двухкомнатная квартира без всяких этих самых 8000. Ну, где же взять такие деньги сейчас? Да, ровно месяц мы уже обеспечиваем эту группу людей всем необходимым. На сегодняшний день все финансовые возможности наши исчерпаны. Мы набрали практически на 1 000 000 гривен в долг всего, и продуктов питания, и воды, и электроэнергии, и зарплат, все. То есть мы не знаем, кто и когда сможет нам помочь какими-то деньгами. Первую группу переселенцев это были дети. Луганский ансамбль «Зиронька» мы приняли еще в августе месяце, когда они приехали в Молодую гвардию. После этого им возвращаться было некуда, потому что они приехали по бюджетным путевкам. 21 день. 3 недели вышло, детям возвращаться некуда. В городе бомбежка. Мы их приняли как детский коллектив, 14 человек в наш лагерь. После того, как выехали все дети, уже лагерь прекратил свою работу, детский лагерь, значит, языковой лагерь «Берег», у нас появилась возможность принять всех остальных желающих. Значит, начали приезжать инвалиды, члены их семей, дети-инвалиды, колясочники. В результате приехало 250 человек. Мы уже на рынке туризма, детского туризма не первый год. Нас люди знают, нам дают в долг и те же продукты питания, и все остальное. То есть мы в надежде на то, что кто-то когда-то, или областная администрация, или кабинет министров, или депутаты проникнутся этой проблемой, смогут погасить затраты хотя бы на питание по данной статье, чтобы можно было содержать этих людей. Мне каждый день надо на стол положить 261 котлету, 261 тарелку борща. Где их брать? Наши ресурсы закончились. На сегодняшний день мы приехали в областную администрацию, было совещание там профильных комитетов по этому вопросу. Мы ни слова помощи не услышали. Понимаете, у нас полный санаторий инвалидов, которые требуют постоянно медицинской помощи, постоянных консультаций. Этого всего нету. Я не знаю, что будет завтра, послезавтра. То есть нужна поддержка, спонсоры, благотворители. Кроме этого, мы создаем школу для детей-инвалидов, потому что эти дети не могут ходить в общеобразовательную Сергеевскую школу. Это колясочники. Кстати, хочу отметить, что для создания школы нам удалось договориться с руководством Артека. Я с Артека вывез всю украиноязычную, вот все, что у них осталось, там книги, карты, пособия методические, там стенды. То есть мы делаем полноценную школу для этих детей. Для детей-инвалидов. Людей с санатория мы не выселим. Мы не останавливаемся, мы постоянно ищем какую-то помощь. И надеемся, что люди нам помогут. Я из Нигерии, я учусь, учился уже в политеке, это в Одессе. Но я ассистент... Помощник. Я ассистент help of the director. I translate some letters for him. И еще charity foundation. Вы ищете благотворительную организацию? Я from United States и Швейцария, там еще Германия, да, вот что я занимаюсь.